Всем доброго времени суток, друзья! С вами Макс Нафт, и это вторая часть нашего с вами прохождения Painkiller Overdose, или Painkiller передозировка на сложности травма. И мы с вами на уровне катаклизм, и продолжаем проходить, и продолжаем выносить монстров в обличье главного персонажа, полудемона, полуангела. Плохо, что он, конечно, летать еще не умеет, а может, умеет. Хотелось бы, конечно, это узнать. Но, скорее всего, нет. Это же просто пейнкиллер, только в другом обличии. Как вы видите, у нас есть костяной дробовик. О! И, кстати, циклоп есть. Довольно-таки туповатый, но если ему что-то не понравится, он просто будет со своего глаза по нам вот так вот, как из лазера, стрелять. Также есть некоторые персонажи здесь из других частей, например, из Painkiller'а «Битвы за пределами ада». И также есть новые персонажи, вернее, монстры, а не персонажи. Они, кажется, что-то не похожи на персонажей. Так, читаю, у нас тут ящик с золотом. И далее с одного патрона у нас все ящики разлетелись. Прикольно, конечно. Играем мы без карт, играем мы без демона, потому что здесь души нам за убитых не дают. Но, в принципе, нам не привыкать с вами проходить игры на таких сложностях. Так, наверх залезть не получится, походу. Насчет этого уровня, что могу сказать? Сделано довольно-таки неплохо. Знаете, одно только не устраивает, это желтая жижа по бокам, которая... Типа магма раскаленная, да? И вот если мы к ней подойдем, то мы, естественно, сдохнем. Кстати, этих минотавров желательно выносить сразу, потому что они просто могут за... Ну, они достаточно много проблем могут доставить нам в прохождении, поэтому лучше не медлить. Кстати, дробовичок довольно, должен заметить, слабенький. Дробовик этот работает очень хорошо только на близкой дистанции, походу. Он не такой, конечно, как у Дэниела. Был довольно-таки мощный дробовик. Но тот дробовик, который мы используем с вами, который стреляет костями, он, ну, просто так, ну, ни о чем. Его, ну, надо действительно использовать только на близком расстоянии, чтобы противники могли, чтобы это хоть как-то эффективно было наносить урон противникам. И здесь тоже нас ждет толпа, но у нас есть, вот здесь у этой башки есть какой-то разрывной эффект. Я не знаю, тут какое-то сердце надвое, она то ли инфаркт вызывает, то ли непонятно что. То ли крик такой, душа, что разрывает сердце у противника, я не знаю. Но эта фигня эффективная. Я ее использую против больших мини-боссов. А против мелких противников можно и обычную такую, кубиком даже можно их раскидать. Довольно-таки полезная вещица. Куб лезвий, да, вроде он называется. Кстати, знаете, он немного похож на тот куб, который с виду он похож на куб из Doom 3. И из Doom 3, которая игра 1998 года. Немного так чем-то смахивает, когда прилепляется к стене. Там в видеоролике про Doom такой же был. Что-то такое похожее, короче. Только там душегуб, да, что-то такое. Ну, в общем, я не знаю, играли вы, нет, но это я так чисто свое что-то вспоминаю, сравниваю что-то. И у нас здесь, кстати, замес. Видите, у нас здоровье один. Одна единица вообще на 106 брони. И мы с вами по-любому должны найти здоровье. Мы с вами находим, и наше здоровье 100 единиц. Наше здоровье, кстати, не 101 там единица, не 125, да, там единица, а вот чисто 100. То есть наш лимит это сотка для этого прохождения.
Двигаться мы здесь должны очень быстро, потому что вот эти придурки, которые на нас нападают, их вообще к себе лучше не подпускать. Это такие же мини-боссы. Здесь приходится очень быстро двигаться для того, чтобы выжить. Так, у нас здесь этот циклоп, да? И там есть еще минотавр. Знаете, я должен заметить, что даже эти минотавры, они хоть и опасные, но они выглядят довольно-таки нелепо. Прям, знаете, как этот минотавр особенно тащит свой этот, как его, свой молот, еле как. Это, знаете, как-то выглядит, ну, не, как бы сказать, ну, действительно нелепо, даже как-то туповато слегка. Если, ну, спрашивается, ты его тупо не можешь поднять, да, зачем ты его тогда вообще взял? Ну, в принципе, он бы нам смог ответить, конечно, если бы он был реальным. Так, здесь нас начинает выжигать циклоп своим глазом. И не он, кстати, один, надо бы заныкаться куда-нибудь. Только куда ты тут заныкаешься? Здесь, в принципе, открытое место. Не успевает он нас все-таки своим глазом и своим камнем добить. И мы выходим из этой ситуации победителями. Наше здоровье 86 единиц на 85 брони. Но это еще, конечно, не все. Не все замесы. А здесь, в углах, довольно-таки опасно. Че, это брони даже нельзя взять. То есть, пока эта броня не кончится, я, походу, другую броню не возьму. Ну ладно. Так, меня вот эти вот раздражают вообще, вот эти, которые стреляют по нам, и они в защите, видите, стоят, по ним дробовик вообще, ну никак прямо, я вот прям подбегаю к ним близко. Максимум этот дробовик, что может сделать, это, ну, он почти так же работает, как и заморозка. Видите, я по нему столько раз из этого дробовика шмальнул, а ему хоть бы чё. Своя такая хардкорность и атмосфера в этой игре есть. Ну ничего, я к этому привыкну. В принципе, здесь уровней много. Времени у нас с вами тоже много. Но мы с вами еще придрочимся. Так. Собираем ништяки. Что у нас здесь есть? Броня на 200. Нормально. 200 брони и 41 единица здоровья. Неизвестно, что там будет еще впереди. Нас с вами, видите, зажали в тупик. Хотели скинуть, видимо, в этот, в обрыв. Сколько там монстров еще осталось, неизвестно. Так. Ну что, погнали? Так. Аккуратненько надо. Вот этот, кстати, каменный, он тоже воспламеняется сам по себе. Не сам по себе, он воспламеняется именно в тот момент, когда мы близко к нему подходим. И вот этот вот Минотавр, он вообще меня калит тем, что он может на нас вызвать камнепад и, то есть, просто махнуть, и мы от этого камнепада никуда не денемся. И лучше их нейтрализовывать сразу же. Вот сейчас нас салютом вот этим огреет, да, или уже он... Так что лучше его сразу выносить, этих всех здоровых, потому что они доставляют довольно-таки много проблем. Так. Но здесь, видимо, кто-то придумывал здесь по придумке вот этих авторов этой игры. Я должен заметить, что это довольно-таки сложно сделано. Допустим, когда огромный босс, тупой какой-нибудь непробиваемый на вас нападает, а сзади него стоят, допустим, какие-то лучники, да, которые по вам стреляют, и к нему нереально подойти, а вам нужно его как-то вынести, а он еще и прет на вас, то это да, эта ситуация довольно-таки проблематичная. И она заставляет отвлекаться от главной цели. То есть, если, допустим, у нас цель такая, что нас не должны на открытой местности выносить, мы первым делом должны нейтрализовать лучников, потому что мы сможем убежать от тех, кто просто размахивает мечом. Но если, допустим, босс, он
загораживает этих лучников и прет на нас с очень быстрой скоростью, тогда это действительно становится проблемой. Но вы же знаете, мы с вами из любой ситуации в этих играх можем вырваться, какие бы они ни были. Так, и это хорошо, что мы можем вырваться. Так, у нас 26 единиц здоровья, нас тут же пытаются загнать в угол. Но мы уже раскидали, в принципе, всех противников, которые не такие большие. Но это еще не все противники, наверное. Здесь, наверное, будет какой-нибудь еще босс под конец. Или... Ну как он будет? Я же говорил, что проходил, он здесь и так будет. Просто я проходил очень давно игру эту. Так. Тут главное не попадаться вообще. Ну, в принципе, на этой сложности вообще лучше ни под что не попадаться. Чтобы не переигрывать. Так, это гладиаторы, да, на нас нападают? Какой-то демон огненный. Вот еще циклоп появился. Чуваки, вам что надо от меня? Вот я вот... Вообще непонятно. Просто мы как бы тут гуляем по замку, и тут, можете себе представить, вылазит какой-то циклоп, которому непонятно, что надо вообще от нас. Какие-то недогладиаторы какие-то, камни у нас кидают, что-то какие-то камни у нас летят, я не знаю, лопаты какие-то, копья. Вообще дикость полная. Никакого приветствия к гостям. Видите, как они недоброжелательно к гостям относятся. Мы, в принципе-то, ничего не делали. Ну, просто зашли там посмотреть. Вот чем они кидаются, я не могу понять. Это что, какой-то морской крюк? Якорь, что ли? Он якорями кидается? Я такую вот хрень видел в якоре у лодки. Знаете, обычная такая лодка, моторка. Не надувная. Вот у них тоже есть свой якорь такой, типа тройник. И вот он что-то типа такими же тройниками кидается. Вообще, ну придумают, конечно, эти игры, ну вернее этих всяких, как сказать, монстров этих. У них действительно, да, есть свое какое-то чувство юмора и действительно какая-то неординарность, да. Чё к чему, причём тут, допустим, какой-то... Ладно, еще циклоп можно поднять, но при чем тут какой-то минотавр или какой-то, я не знаю, молоток, который он то еле тащит. Или, допустим, тот разноцветный урод здоровый, которого мы с вами вынесли только что практически. И какие-то якори, какой-то моряк, что ли, или что. Непонятно. Но понятно одно, если это в игре есть, значит, это нам по-любому нужно выносить. И наше с вами прохождение, кстати, тоже подходит к концу, как и этот уровень. Ну что ж, друзья, вот и подходит оно к концу. Вторая часть нашего с вами прохождения Painkiller. Передозировка на сложности травмы. С вами был Макс Нав. Увидимся с вами в третьей части нашего с вами прохождения. И всего доброго, друзья.